говорит и показывает Казань. Под музыку песни композитора Александрова «Священная война» на площадь тысячелетия выносится государственный флаг Российской Федерации, государственный флаг Республики Татарстан и легендарное Знамя Победы. Сыны и дочери татарского народа участвовали во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны. Действующую армию республики было призвано около 700 тысяч человек. Почти 350 тысяч из них каждый второй погиб, защищая свободу и независимость нашей Родины. Дорогие ветераны, мы гордимся вами и восхищаемся вашим мужеством. Ваша жизнь, судьба, пример для нас и для будущего поколения. Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать традиции нашего народа, хранить приверженность подлинным идеалам мира, добра и справедливости, обеспечивать безопасность и защиту нашей великой многонациональной Родины. Да здравствует наша победа! Слава народу-победителю! С днем великой победы! Ура! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Воспитанникам училища доверен открывать парад Казанского гарнизона, показывая строевую выучку и подтянутость, исполняя походный марш в составе роты. Юные барабанщики принимают активное участие в общественно-массовых мероприятиях города Казани и Республики Татарстан. Мимо трибун проходят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы, флагом Республики Татарстан и штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Знамя Победы доверено нести курсанту Казанского высшего танкового командного ордена Жукова краснознаменному учителю. Чистый войскамер, дед которого государства, и крепление его обороноспособности и подготовки квалифицированных военных кадров как времен Великой Отечественной войны, так и современной. Проходит колонна современных БТР-82А, БТР-80 и БТР-70, ставших надежной опорой мотострелков в любых условиях. Генерал-секретарь 93-го партийного комитета. Скоро
артиллерийская установка СУ-100, переводом второй мировой войны класса истребителя танков. Самоходная установка названа в честь героя танков. Проходит техника, представленная ретро-клубом «Высокая гора». Автомобили ГАЗ-67 с 45-миллиметровыми орудиями. ГАЗ-ААА-полуторка.